В минувшие выходные сотрудники МЧС России привлекались к тушению 8 пожаров на территории региона. Самый крупный произошел в областном центре вечером в субботу. В 20:20 на пульт дежурной службы поступило сообщение о пожаре в производственном здании АО «Кранекс» по адресу переулок 2-го Торфмаша, 1. По прибытию на место было установлено, что горит кровля и сам корпус. Чуть меньше, чем через час, горение ликвидировали. Людей в здании на момент пожара не было. В результате возгорания огнем повреждена кровля здания на площади 200 квадратных метров. По причине пожара в данный момент времени проводится доследственная проверка органам дознания. Причина пожара устанавливается. От МЧС было привлечено 12 единиц техники и 35 человек личного состава на тушение данного возгорания. Погибших, пострадавших лиц на пожаре не было.